Я приглашаю на этот лед грациозную Ксению Синицыну. Ксения Синицына со своей новой зажигательной произвольной программой. Это было действительно ярко.
Ксю, поздравляем тебя с этой произвольной программой. Спасибо, что нашла в себе силы. И откатать так прекрасно, зажечь просто. Мы видели, что ты испытывала некие боли, болевые ощущения на разминке. Ну, рассказывай, как твое самочувствие сейчас? Все было хорошо. Тренировку утреннюю тоже провела в рабочем режиме, откатала программу. И под конец я коньком пробила сама себе ногу и больше не смогла наступать на нее. К сожалению, простите меня, что я не смогла показать то, над чем я работала. Ты настоящий боец. Спасибо, что ты вышла, переборола себя и показала нам такой замечательный прокат. У тебя действительно классная программа на этот сезон. Мы уверены, что ты справишься со всеми этими неприятностями. Действительно, в фигурном катании так бывает. Мы катаемся на двух острых лезвиях. И как партнеры, бывает, режут друг друга, так и девчонки-одиночницы иногда могут себе немножечко порезать. Поэтому желаем тебе, чтобы на тебе все очень быстро зажило, и ты в этом сезоне показала свой абсолютный максимум. Но если можно, расскажи нам немножечко о своей программе. В этой программе я просто показываю свое наслаждение к фигурному катанию, к танцам. Такая страсть идет. Поднятие эмоций, чтобы зрители посмотрели и ушли отсюда с хорошим настроением. Хорошее у вас настроение. Спасибо большое. Благодарю тебя за это прекрасное настроение, которое ты нам подняла. И желаем тебе хорошего сезона. Спасибо. Ты умничка. И главное – здоровье и без травм.